В Махачкале 9:45, в студии Бедерниса Гусейнова, редактора выпуска Шерипат Шульгина. Новости. На должность мэра Махачкалы и главы Минэкономразвития Дагестана будут назначены местные специалисты. Об этом заявили в ходе встречи с представителями федеральных и региональных СМИ, исполняющие обязанности главы Дагестана Владимир Васильев и председатель правительства республики Артем Сдунов. Сегодня научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки, учрежденный указом президента России в 1999 году. В настоящее время в структуру Российской академии наук входят 15 региональных научных центров. Дагестанский научный центр был организован постановлением Совета народных комиссаров от 30 октября 1945 года. Руководитель региона Владимир Васильев поздравил научных работников с профессиональным праздником. Цитата. «В Дагестане функционируют десятки научно-исследовательских центров, успешно развивается ряд направлений и школ фундаментального и прикладного характера. Имена многих дагестанских ученых стали неотъемлемой частью истории отечественной и мировой науки». Сегодня в Махачкале пройдет фестиваль науки. В его рамках будут организованы республиканский конкурс работы проектов учащихся, науки юношей питают, научные сессии, тренинги и мастер-классы с участием преподавателей республиканских вузов и Казанского федерального университета. Сегодня Музей истории города Махачкалы совместно с Национальным музеем проводит круглый стол на тему «Махач и Дахадаев. Факты, версии, мифы». Его участники будут говорить о неизвестных страницах биографии Махача Дахадаева и его образе в изобразительном искусстве. В этом году исполняется 100 лет со дня смерти видного общественно-политического деятеля Дагестана, именем которого назван наш город. Новости культуры. Сегодня Национальный музей Дагестана открывает год Манабы Магомедовой персональной выставкой дочери художника Лейлы Изабакаровой «Фьюжн». Вести спорт. Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов побывал на утренней тренировке «Анжи» на сборе в Турции. Черчесов понаблюдал за футболистами, пообщался с Вадимом Скрипченко и спортивным директором клуба Александром Танцурой. Погода. В Махачкале без осадков, ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду, температура воздуха 5-7 тепла.